Да, с вами Кейфокс, и сегодня я покажу вам топ-5 сидов для Майнкрафт. Что ж, погнали. Первый сид, наверное, его вы уже знаете, но я решил его показать для тех, кто не знает. Сид 9-9, ну, 3-9, сейчас даже напишу его вот в чате. Просто так, 9-9-9, и все. Это. Вот здесь одна куница, один колодец и церковь. Ну, вроде бы все. А, еще вдалеке есть одна деревня. Здесь две деревни в этом сиде. И сейчас я вам ее покажу. Просто вот так вот летаем сюда, вот видите. Вот идем к большому дому там и прилетаем вот сюда вот. И сейчас. Сейчас должно быть тут лава. Вот, да, лава. И вот она. Вторая деревня жителей. Здесь также есть кузница, церковь, домик с балкончиком. Это двойной биом. Пустыня и Африка. Ой, даже тройной. И обычный лес. Ладно, ребята, а мы переходим к другому сиду. Так, ребята, я запустил второй сид. Второй сид это вот такой вот. Берете и пишите по-английски так вот робот. Вот так вот, еще. Так, и вот он. Это сид на две деревни, вот. А только в них нету кузнец и церкви. В них только по колодцу. Вот раз. И вот она вторая. Ох, их особенность в том, знаете, в чем? Смотрите, вот здесь вот есть две шахты, там железо и там железо. В этих вот деревнях очень много железа. А во второй деревне тоже шахта, там железо, дочка. Сейчас я вам ее покажу. Вот, там тоже железо и угля много. Вот, ребята, с этой деревни, наверное, все. Так что мы переходим к другой. Так, ребята, а третий мод это мод ХХ. Ну, или HH. Смотрите, просто берете и пишите. Вот так. 3H. Все. Так, смотрите, и вот она. Вот первая деревня, в ней есть кузница. И вроде бы все нормально. А вон там есть кузница и церковь. И вот здесь, смотрите, она такая на воде. Еще ее особенность есть, смотрите, в чем. Вот здесь крыша какая-то стрёмная. Так, рядом с ней еще есть вот такая вот красивая пирамидка. С сокровищами. А, блин! О, нет, я забыл. Фак. А, ну пусть. Ладно, ребята, мы перейдем к другому сиду. Всем привет, ребята, и я сделал сид на дом ведьмы, вот просто появляйтесь там, потом летите вперед, находите болото, и вот он домик ведьмы, и вот она сама со своим котиком. Вот этот дом такой маленький, красивенький, я бы сам в таком жил. Так, и вот у нее грибок тут какой-то, какой-то зелишко, давайте проверим, какой он. Зелье подводного дыхания. Ну, понятно, ну, в принципе, нормально. Ну, ладно, ребята, мы переходим к следующему сиду. А, привет, ребята, я написал код Мими. Ну, вот так вот, берите на английском и просто так, Мими. Так вот, и все. Так, в этом коде вот такая вот красивая деревушка у нас. Вот такая вот миленькая, маленькая. Сюда, и... О, снежный биом! Круто, здесь еще рядом снежный биом. Вроде бы тут должен быть еще домик ведьмы. Или нет? Вау. 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 Красиво. Ну что ж, ребят. Ну, тогда этот сил был просто этим. Вот круто, снежный биом есть. И на этом я буду заканчивать видео. А, кстати, я вам не рассказала код к другому сиду. Тот, который был раньше, к домику ведьмы. Здесь, ой. Этот код был такой минус 10-10 или 1010. Все, так и все. Вот такой вот. И на этом я заканчиваю видео. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и бада-бум.